из Амархиева стала призером всероссийского конкурса «Педагог-психолог» в номинации «Мастерство педагога-психолога в работе с детьми дошкольного возраста». Конкурс, учрежденный Минпросвещения России, проводился в 17-й раз в Москве. В нем участвовали представители регионов страны. Федеральный этап включал в себя два тура – экспертный и суперфинал. По итогам испытаний экспертами конкурса были отобраны 15 лауреатов, прошедших в суперфинал. Напомню, что Лиза Мархиева является сотрудницей детского сада номер 1 «Сказка» в Магасе.